известны из мировой истории многочисленные случаи помутнения общественного сознания, массового сознания, когда люди начинают хотеть абсолютно неестественных вещей. Люди начинают хотеть смерти. Люди готовы призывать к убийствам и готовы призывать к насилию. А многие жители России считают, что Россия потеряла свои земли, то есть и к Беларуси, и к Украине, и к Балтии, и к Средней Азии, и к Закавказью. Их отношение – это Россия. Россия, которая в силу слабости властей, в силу государственных ошибок, политических ошибок, потеряла свои территории в 1991 году. И любое движение, любое к восстановлению этих территорий этими людьми воспринимается как восстановление справедливости. Это страшная вещь на самом деле. Это люди, которые считают допустимым восстановление справедливости через ложь и насилие.